артист СССР чувствует себя хорошо, он сам встает и ест. Грозы, возможно, усиление ветра. Логично, что она по 40 метров в секунду, такой ветер. К работе он должен приступить в сентябре. На этой неделе актер оступился, на лестнице упал, его доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали сильный ушиб спины. Через несколько дней 95-летнего Этуша перевели в обычную палату. Далее о валюте текущей...